В эфире Док-мама Аня и Чихуахуа Софи. И Эйвон. Мы идем гулять. Пошли. Привет, дорогие софийцы! С вами Аня и Чихуахуа Софи, которая где-то гуляет. И начинается неделя влогов. Начинается неделя влогов! Первый день влогов мы решили пойти на наше море. Идем! К сожалению, на днях у нас был небольшой шторм, поэтому все море мутное и в водорослях. Но мы надеемся, что это нам не помешает. Идите сюда! Я почти летаю! Водичка! Вот такая красота. Давай, кидай, Жумон, давай. Покажи, что ты не зануда. Я не зануда. Ай, молодец. Да. Ай, Вась, давай, принеси маме. Давай. Ай, молодец. Иди сюда. Давай, мам, кидай. Кидай. Софи, ловишь? Футбол на пляже! И Васик молодец! Софи, иди сюда, моя красавица Софи! Давай! Сегодня мы решили просто погулять по берегу, немножко поплавать и поиграть. Мам, ты что такая медленная? Мам, ну ты где там плетешься? Док, нам бежи! Не видите вы, что ли, вам солнце в глаза слепит? Так, а как дальше? Да вот так, Софи. На берегу у нас есть небольшие отели, ресторанчики, бары, кафе. Чуть подальше от нашего дома. Мы идем по берегу. Дети, конечно же, бегут вперед меня, и я за ними не успеваю. Поэтому показываю их частями. Вот так выглядит у нас море. Мы живем прямо на берегу, для тех, кто не знает. Мы переехали на остров Панган совсем недавно. Буквально неделю Софиша легла. Мам, все время мне красиво, так я иду такая по воде. Иду такая, я красивая вся. Ну все, короче, мам, не снимай. Ладно, снимай вообще-то, смотри, как я сейчас побегу. Эй, Эйвен, догоню тебя сейчас! Странные мы во время зимы. Странные сны во время весны, странные мы во время зимы, странные сны во время весны. Вот еще один какой-то домик тут на берегу, вот такая вот пальмочка, и Софи с Эйвоном решили здесь сходить в туалет. Прохладись! Вот так Софиша у нас любит полежать в воде, попрохлаждаться. От холодных волн, да! Идите сюда, в тенечек! Черт возьми, Атя! Вот облом! Давай, Вась, запрыгивай! Давай, запрыгивай! Давай, запрыгивай! Я не буду больше. Вот такая качелька в раю. Атя, Эйвенс, ко мне спрыгни. Пошлите. Вот сегодня вот такие у нас волны. Ну, как изобразить поцелуй? Ладно. Волны и волны. Изобразить поцелуй, ладно. Вот это мангровые деревья. У них вот такие вот страшные корни, на них цепляются водоросли. Эти мангровые деревья, когда прилив, стоят в воде и выглядят очень красиво. Атя! Вот молодец, Софи, дай мячик маме, молодец! Пальма с кокосами. Идите сюда, Иван. Вот так. Упавшая
хорошая пальма кокоса. Кайтеры кайтят, ветерок морской дует. Вот там, это Самуи остров, который больше Пангана. Сегодня мы погуляли немножко по пляжу, вдоль пляжа. Сегодня мы не стали купаться, потому что вода не очень чистая, много водорослей. Но в следующий раз, в каком-нибудь влоге на этой неделе, мы обязательно покупаемся. Потому что это неделя влогов! Кто настоящий софиец, помнит, что на Новый год мы сказали, что мы будем радовать вас видео более чаще. Мы стараемся всеми силами. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Ой, теперь я, Бендавейвер, не то что могу. Ася, мои пони! Пошли. Дамы, вот так, по кораллам, по песку, по камням. Давай, раз, два, три. Вот такая травка у нас рядом с домом, где можно погулять. Ура, водичка. Вот так. Сейчас будет Софи мыть лапки от песочка. Проблема. Канал наш не будет вам счастье. Да, так и Софи придумала так говорить. Полоскать и вас. Тут меня встречает на крыльце. Залазь, Софи. Иди обратно, я там приду. Я пошла? Иду, мама, идешь? Да, я приду. Иду, мама, идешь? Сейчас приду. Вот мы и пришли домой. Немножко погуляли, сегодня жарковато. Завтра ждите еще новых влогов. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, пишите нам комментарии. И будет вам счастье!